перед тем, как заниматься доказательством всей этой теоремы, Коля просто покажет пример. Почему бутылка Клейна – это то же самое, что две проективные плоскости? Что такое бутылка? Для доказательства теоремы, строго говоря, это не нужно. Но это полезно, чтобы просто понимать, что мы вообще будем делать. Бутылка Клейна по определению, да, обладает такой диаграммой с Лейбницем. Клейн – это квадрат А, В, А, С, чертой. Да. Разрежен по диагонали. Да. С, С, чертой. Да. Это то же самое, что два треугольника. Правильно. Перевернем правый треугольник. Да. Склеим в А. Да. Получается две проективные плоскости, склеенные вместе. Чтобы понять, что это две проективные плоскости, надо разрезать по горизонтальной линии, правильно? Б, В, С, 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 С,